Всем здравствуйте! Сегодня 20 апреля. Мир начинает потихонечку зеленеть. Весна постепенно набирает обороты. Все вокруг становится зеленым, красочным, ярким, наполненным жизнью. В общем, прибыл я сегодня на разливы реки для того, чтобы половить на поплавочек. Место я еще пока что не выбрал, так что буду потихонечку сейчас ходить, передвигаться по берегу, смотреть, где плавится рыбка, ну и там уже присяду. Ходил я по берегу, посмотрел разные места и остановился там, где рыбка начала выдавать себя кругами на воде. Уже закинул удочку, уже поймал даже две рыбки, правда небольшие, уклейку поймал и маленькую плотвичку. Ну, сейчас думаю закормить это место и начать методично все это дело облавливать. Ловлю я сегодня на вот такое вот удилище. Значит, это удилище для ловли методом хирабуны. Длина у него 5,40. Оно мягкое, лапшеватое такое. Использую вот такой вот интересный поплавок. Красивый, длинный, с одним креплением. Ну, в общем, когда рыбачишь в штиль, прям какие-то особые наслаждения от лицезрения этого поплавка испытываешь. Ну, по крайней мере, мне очень сильно нравится. В качестве насадки я буду использовать тесто. Метод хирабуны, он не нуждается в прикорме, вот, потому что ты постоянно, получается, перенасаживаешь большими кусочками, они сваливаются с крючка и этим самым рыбу закармливают. Вот, но я буду рыбачить, получается, и на мотыля на нижнем крючке, вот, и на тесто на верхнем. То есть вот у меня идет оснастка с двумя крючочками вверху и внизу. Вот, то есть мотылик у меня будет внизу стоять. Вот. А кусочек теста будет постоянно осыпаться, приманивать рыбку. А, кстати, прикормочку вот когда замешиваю, вот, сколько раз убеждался, что лучше водички добавить меньше, но несколько раз, чем сразу же залить все. О, повел. Оп, ать, мимо. Поторопился. О, уже тычет. Уже тычет. О. Давай. О, кто-то есть. Вот, прикормил, начала клевать. Щеклея пришла. Вот закинул, сейчас вся оснасточка опускается тесто, и поплавок затапливается немножко на вес теста. Вот. Когда тесто будет с крючка спадать, о, уже поклевка. Ты смотри, что потащил. Куда потащил, непонятно. Давай. Оп. О, есть. Это у нас ельчик
шершавый. О. Так, насадим тесто. Второй крючок. Насадим. Мотылика так вот красиво. И закинем. Так вот, когда тесто с крючка спадывает, тогда поплавок снова начинает немножко всплывать. Смотри-ка, не успеваю закидывать. Не успеваю закидывать, а клюет. Причем, замечаете, да, как поплавок себя ведет. Такая вроде бы маленькая рыбка, да? А поплавок такой чувствительный прям, вообще. Тем более в штиль, вообще красота. Вот она жрет уже его. Уже она ест. Давай, 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 давай. Давай, притопила как. Так вот, ребят, смотрите-ка, что. Сразу по две. Одна щеклея и вторая щеклея. Раз. И два. Все по старой схеме. Опять тесто. Опять мотылик. Какие плавненькие потяжки. Не исключено, что там уже кто-то есть. Ну-ка, сейчас попробую подсечь. О! Какая добрая щеклея, ребят. Грамм, не знаю сколько. Не успеваю закидывать, реально не успеваю закидывать, уже долбит, просто долбит уже, не дает ему даже опуститься, мне кажется, на дно. О как. У меня еще червяки с собой есть. Ой-ой-ой-ой. Вот есть. Вот опять сразу две. Сразу по две. Четко. Вот так. Пойдет. Ох, пожарим сегодня рыбки. Клея вкусная жареная. Батарея огонь. Ух ты, поклевки какие жесткие. Хуя. Вот она уже сидит 100%. Сто процентов она уже сидит там. Прям. Ну ладно, ну давай, давай, давай. Есть. Вот ветерок начался. Боковой. Ух, какая поклевка. Бешеная поклевка, конечно, вообще.
Лов нет. Давай, давай. Ха-ха, мимо. Не, реально не успеваешь закидывать. Просто не успеваешь закидывать. Вот опять мимо. Что такое? Вот, положил я насадочку на дно. Ее никто не теребит. Дополнительно я еще, кстати, закормил. Три больших шарика приклонки кинул сюда. Вот, и пока тишина. Ну, может, рыбка покрупнее подойдет. Сейчас пока попью чайку. Термосок у меня, ребят, кстати, Арктика. Кто-то у меня спрашивал, интересовался. Нормально ходит, ничего с ним не делается. Я тут, кстати, ездил на рыбалку в прошлый выезд и оставил термос дома. Вот. Он у меня благополучно там простоял. Я на следующий день утром его открыл. А он горячий. Вот, так что нормальный зачетный термосок. Ну что, покушали, можно и дальше продолжать рыбачить. Приподнял я немного поплавок повыше, сантиметров где-то на 15. И вот вроде как начались потычки. Поймал уже одну плотвичку, правда маленькую. Будем надеяться, что подойдет и зачетная рыба. Вот кто-то притопил. Еще, еще. Давай, давай. Пошел. Вот отпустил. Ух как. Играется с поплавком. Ой-ой-ой. Надо, наверное, попробовать подсечь. Да, рыба точно там. Нет, нет, никого. Обжмаканный весь червяк. Объеденный. Парыш верхний. Тоже его уже подербанили немного. Пробуем мотылька. О. Хороший тычок был. Вот. О. Какая симпатичная, хорошая. Вот какая. Уже пойдет на червячка. Ага. Давай, давай, я тебя жду. Ага. Притапливает. Притапливает. Притопит, отпустит. Вот пошло. Давай,
Вот она. Какая симпатичная сорожка попалась. Но, правда, не на тесто. На опарышу. На опарыш я сосала. О, как жирненькая плотва. Ой, хапоклёще. Мелкая рыбка, видимо, какая-то. Ну, давай, давай. Давай еще разик, я тебя подсеку. Все, желания больше нет. Давай, 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 мой хороший, давай. Вот молодец, вот молодец. Мимо. Ого. Ворона накаркала поклевку. О, вот есть. Смотрите, ребят, какая щеклея, клея здоровенная. Во. Батоны какие. Капец. Реально здоровая. Ого. Смотрите, какая жадная. Она сначала одного опарыша схватила с крючком, потом второго. Ой, ну и рыба жадная. Вот. Какая. Пожарим сегодня дома. Какие поклевки по миллиметру просто. Чуть-чуть. Вот. Повело. Повела, отпустила. Ну какая колбаса. Продолжаем потихонечку ловить. Рыбка поклевывает. Пока что размер как бы оставляет желать лучшего, но ждем. Может быть, подойдет какая-нибудь рыбка хорошая. Вот. Но тем не менее, ловить довольно-таки интересно, потому что поклевки азартные. Рыба поплавок водит, топит, по чуть-чуть забирает, приподнимает даже, вот как сейчас. Так что... Кайфовая рыбалочка на поплавок.
Надо, наверное, подсечь. Кто-то там явно сидит. Ать, мимо. Ага. Рыбка, судя по всему, поднялась ближе к поверхности, потому что водичку начала прогревать, и на дне она не ползает. А вот здесь... Как вы можете видеть, за моей спиной надвигаются какие-то непонятные тучки. Начал дуть восточный ветерок. Рыба перестала плескаться и перестала клевать. Вот. Но я сегодня на жареху однозначно наловил. Вот. Поклевки для вас специально крупным планом поснимал. Я думаю, что они вам обязательно должны понравиться. Ну и у меня на этом все. В следующий раз попробуем выехать еще куда-нибудь. Может быть, даже с фидера возьмем, а может быть, снова с поплавком, пока не знаю. В общем, ставьте лайк, если видео понравилось. И увидимся с вами в следующих видео.